Некоторые страны коалиции особенно богаты, сильны, у них есть свой потенциал, поэтому равняться на них мы не сможем. Однако мы уже сейчас участвуем в коалиции, направляя инструкторов в Ирак, и рассмотрим возможность увеличить свой вклад вдвое, сказал Линас Линкевичус агентству BNS по телефону из Вашингтона, где в настоящий момент как раз обсуждается новый план борьбы с террористами. Литва в начале этого года отправила в Ирак небольшую группу военных инструкторов. Они там обучают местных солдат. Парламент решил отправить в этом году в Ирак до 30 литовских военнослужащих.